В Нарьян-Маре состоялся мастер-класс по развитию сувенирной продукции. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса Ненецкого округа в рамках реализации национального проекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Участниками мастер-класса стали как предприниматели со стажем, так и новички. Тему продолжит Александра Литкова. Как заинтересовать потенциальных покупателей своей продукцией? Этот вопрос волнует, пожалуй, каждого предпринимателя. Владелец кафе Иван Сартыков сам занимается продвижением своего бизнеса в интернет-пространстве. И на подобных мероприятиях был уже не раз. Я был, в Москве на первой экспо, там более как-то все было углублено. То есть я что-то там почерпнул. Ну и здесь тоже, в принципе, не буду сейчас говорить, я там для себя пометил какие-то вещи. Вот именно для ведения соцсетей. Для того же большего охвата и для того, чтобы они просто были интереснее. По словам руководителя проекта Романа Ефремова, главная задача мастер-класса – помочь окружным предпринимателям представить их уникальную продукцию на просторах интернета и таким образом увеличить число покупателей. Вот в чем сложность? Сложность в том, что предприниматель в первую очередь создает своими руками эту продукцию, а вот деятельность по продвижению в социальных сетях – это совершенно отдельная работа, которая требует очень много времени и продумать, что ты будешь публиковать. У тебя должен быть определенный контент-план, что ты там публикуешь, чем ты будешь привлекать людей, потому что иначе это может превратиться в череду однообразных постов, в которых не будет, в общем-то, ничего интересного. На теоретическом занятии участники научились готовить правильное техническое задание и собирать референсы для фотографа, проверять и оценивать качество работы фотосъемки, а также ознакомились с лучшими мировыми практиками предметной фотографии. Спикером мастер-класса развития сувенирной продукции стал профессиональный коммерческий фотограф и преподаватель с многолетним стажем Кирилл Михерев, который специализируется в рекламной, фэшн, бьюти, предметной, портретной и модельной съемке. Вообще у нас формат круглого стола, мы будем общаться, мы будем ориентироваться на запросы самих авторов, планируется обсуждать их фотографии, в первую очередь искать там какие-то слабые стороны и сильные, давать практические рекомендации по поводу того, что можно улучшить. Кроме того, на практическом занятии участники, а их пришло больше 20 человек, получили основы позиционирования своей продукции в интернете и создания портфолио. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».